понедельник в Самарской области будет пасмурно, выпадет снег. Днем -3, 0 градусов, ночью -1, -3. Ветер восточного, юго-восточного направлений будет дуть со скоростью 2-4 метра в секунду. В Сызрани небо закроют тучи, осадки в виде снега. Днем -1, ночью также -1 градус. Ветер восточного направления 2 метра в секунду. В Тольятти пасмурно, небольшой снег. Днем 0 градусов, ночью -2. Ветер юго-восточный 3 метра в секунду. В Самаре пасмурно, в течение дня будет идти снег. Днем -1 градус, ночью -2. Ветер восточный 3 метра в секунду. Атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 92%. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом esmeteo.ru.